Наталья Комарова сегодня встретится с югорчанами. В прямом эфире жителями региона губернатор оценит реализацию экологических проектов, изменения в природоохранном законодательстве и меры, которые в округе принимаются для сохранения окружающей среды промышленными предприятиями. Югорчане оставили в социальных сетях более 20 вопросов. Например, сургутяне просят обратить внимание на состояние протоки Бардаковка. Жители Горноправдинска беспокоятся о состоянии очистных сооружений. Кроме того, югорчане просят установить контейнеры для раздельного сбора отходов, как в Нижневартовске. Напомню, трансляция эфира пройдет в аккаунтах Натальи Комаровой в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и группе региона Югра ВКонтакте. Начало в 12:00. В Нефтеюганске устанавливают велопарковки. 2 года назад местный активист Евгений Тимкин задался вопросом таких стоянок. Тогда он не смог припарковать свой транспорт и сварил 5 велопарковок. Установил их в многолюдных местах. В прошлом году югорчанин заявился на грант губернатора. На полученные средства оборудовал еще 10 объектов. Сейчас жители города стали связываться с Евгением напрямую и предлагать новые места для благоустройства. Одно из таких – у роддома. К слову, в этом году нефтеюганец установил еще 10 парковок уже за собственные средства. В ближайшие дни по просьбе жителей 15-го микрорайона здесь появятся еще 3 стоянки. Всего на счету у активиста уже 30 велообъектов. По личной инициативе, да, то есть самостоятельно закупил и металлы, и краски, и грунтовки, и анкера. Сам ее изготовил непосредственно в гараже. Тут делается, значит, нижний каркас, потом стойки, привариваются пруты. Простая конструкция довольно. Я всегда говорю, что город начинается с самих жителей, с граждан, да. Чем больше будет активных и неравнодушных жителей, тем комфортнее и уютнее будет наш город. В Югре стартует 7-й сезон проекта Free Training Югра. Тренеры будут устраивать для югорчан бесплатные тренировки на открытом воздухе все лето. В этом году к проекту присоединились 9 городов: Нижневартов, Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Советский, Югорск, Нягань, Белоярский и, конечно же, Ханты-Мансийск. Именно в окружной столице этот проект зародился 6 лет назад. В этом году к проекту присоединились более 60 инструкторов. Они будут вести тренировки по 15 различным фитнес-направлениям. Югорчане могут попробовать себя в танцевальной силовой зумбе, степ-аэробике, функциональном степе, табате. Будут и классические тренировки, интервальные и функциональные. 11 июня в 11:00 фри-тренинг Югра стартует в Ханты-Мансийске. 11 июня в 11:00 состоится церемония открытия 7-го сезона регионального проекта «Free Training Югра». Мы ждем вас! Расписание тренировок будут публиковать в соцсети ВКонтакте. У каждого муниципалитета есть своя группа. Чтобы найти ее в поисковик, следует набрать «Free Training Югра» и название своего города. Например, в Югорске тренировки будут проходить на стадионе гимназии по средам, четвергам и субботам. В Ханты-Мансийске площадка традиционно рядом с Югорским колледжем Олимпийского резерва. Открытые тренировки здесь будут проходить каждый день. Причиной отмены может стать только проливной дождь.